Хорошо горит, да? Это проспект Октября, иномарка протаранила отечественный автомобиль. У «семерки» вспыхнул бензобак. Со слов очевидцев, машина сгорела за считанные минуты. К счастью, ее водитель успел спастись. Водитель «Лады» стоял, ждал светофора, стрелки. И ему на огромной скорости взад ехала «Тойота». А днем ранее в ДТП под Угличем людям спастись не удалось. Авария произошла возле деревни Ивачево. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. Водитель отечественного вместе с пассажиром скончались на месте. Еще один участник аварии был доставлен в больницу. Также жертвы есть и в аварии на федеральной трассе М8. Около деревни Шалаева фура поворачивала налево. Сзади в нее врезался китайский хэтчбек. Водитель погиб на месте. В минувшие выходные на дорогах Ярославля пострадали и дети. На улице Первой Шоссейной столкнулись два иностранных внедорожника. В одной из машин ехала мать с двумя детьми. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия, но вскоре был найден правоохранителями. Павел Волков, Георгий Колчин. День в событиях.